Ресурсному центру Славянского электротехнологического техникума присвоено имя Героя труда Кубани Александра Анатольевича Кладя. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 10 декабря. С подробностями наши корреспонденты. Человек, который отдал всю свою жизнь становлению и развитию крупнейшего сада России – сад-гиганта. Герой труда Кубани, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Александр Кладь приложил немало усилий для становления ресурсного центра на базе техникума. По его инициативе сад-гигант стал для студентов местом прохождения трудовой практики и возможностью последующего трудоустройства на предприятии. Как отметил заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, Александр Анатольевич очень глубоко понимал важность подготовки хороших кадров. Считал это одним из главных условий эффективной работы любого предприятия. Стремился научить молодых специалистов всем тонкостям выбранной профессии, так, чтобы она действительно стала делом жизни. Сегодня, 10 декабря, день рождения Александра Анатольевича Кладя. Сегодня ему бы исполнилось 63 года. К сожалению, сегодня его нет с нами, но человек этот оставил добрый след на земле. Он вместе с коллективом единомышленников создал сад будущего и восславил своими делами не только свое имя, не только бренд сад-гиганта. Он рассказал всему миру о Славянском районе, о его жителях, о его тружениках. Председатель районного совета Григорий Литовко подчеркнул, что с именем Александра Кладя связана особая страница в истории нашего района и предприятия «Сад-гигант». Поэтому славянцы всегда будут говорить об Александре Анатольевиче как о человеке, очень преданном любимому делу, человеке-созидателе, мудром наставнике. Он вырос в крестьянской семье, он знал, что такое труд, он прошел путь от рядового работника до руководителя крупнейшего предприятия, которым мы всегда гордимся. И вся его цель жизни была это прежде всего растить кадры. Он был прагматиком, он был мудрым человеком, он верил в ту истину, что кадры решают все. Александр Кладь прожил яркую жизнь. Его жизнь – это пример преданности родной земле, беззаветного и образцового служения людям, верности долгу и интересам земляков. Теперь его имя будет увековечено на мемориальной доске на фасаде здания ресурсного центра Славянского электротехнологического техникума. После торжественного мероприятия все участники были приглашены на экскурсию в центр, где смогли увидеть современную техническую базу, используемую в производственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».